Экскаватор чистит от снега центральную улицу поселка Первомайский. Сейчас для рабочих главное успеть до потепления. Потопление было, а враг вышел из берегов. История может повториться. Это один из проблемных поселков города. Весной и летом дома и участки ушли под воду почти на полметра. Вот кадры, на которых люди сидят на крыше, спасаясь от паводка. Мы поднимали холодильники, чтобы они у нас не сгорели. То есть полдня почти уходила вода. А в огороде что творилось? Сейчас оборудуют, делают, да, нормально должно быть. Если заторов не будет на мостах, на пешеходных, тогда будет проходить вода. Чтобы не допустить потопа впредь, с начала недели здесь начали масштабные работы. Параллельно с уборкой снега очищают и углубляют водоотводный канал. Работы на этом водоотводном канале еще только начались. Как мы видим, здесь уже подготовили берег и удалили с него лишние деревья и кустарники. В дальнейшем сам канал будет углубляться за счет удаления из него ила. Тем самым увеличится его проходимость. Администрация района проверила состояние канала, снесла незаконные хозяйственные постройки. Теперь начнут укреплять берега. Есть спасение, канавку чистили, но опять они положили туда какие-то камушки. Я каждый день иду, смотрю, не застрянь, думаю, даже до сюда дойдет. Но, как заверяет глава района, опасения напрасны. Новый канал прослужит не один сезон. Будет проведено берегоукрепление и необходимая отсыпка. Дрена в этих работах будет не только углублена и расширена, но также будут произведены необходимые плановый текущий ремонт пешеходных мостов через нее. Талые воды со всего поселка Первомайский попадают сюда, в специальную дрену, которая, в свою очередь, впадает в озеро Кабан. Сейчас на его берегу работает спецтехника. Ее задача – расчистить проход для воды. Работы идут также в поселках Салмычи и Атары. Там полностью ремонтируют дренажную систему. Точечные работы уже начались в Аметьево и Старых Горках. На случай резкого потепления подготовили насосы, мотопомпы и мешки с песком. Подготовка к паводку идет во всех районах. Так, в Советском на 9 участках началась очистка русел рек Кендерка и Нокса. Тагир Валиди, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.